Сейчас уже более трезвый. Ну ладно, ну делал то дело, господи, ну что тут. Ребята, ребята, ебать. Просто там про техники хотели спросить, понял? Трещотка, блядь, это надо, понял, блядь. Типа, ну, что как бы лучше, блядь. Там типа вопрос как бы в этом заключался. Я не понял. Так из этого угла, опять. Слышишь, Андрюха, а какая у тебя наждачка? Наждачка. А ты откуда знаешь? Да, он мне я знаю, там наждачка какая-то, 50-ка, 70-ка. Слышишь, ну жалобы на втёлке, типа, что не шершавый, нихуя там такое было, и жалобы. Это просто парень. Знаете, всем мы сменим, ебать. Такое ощущение, что он не хватает какой-то женской ласки, ебать, реально. Не, ну реально жаловались или типа все время. Разговариваем за сосиски и где-то с подворотни такой пиздец, а ты хуй не делал. Нет, это как? Это звучит вообще со стороны, если так прислушаться. Это нормально, что. Это не нормально звучит, как бы разговаривать. Телефону пиздел, ты помнишь, блядь, вообще? Разве раз? Два раза, да, разговаривался. Раз это по-нормальному. Так, я стараюсь по-нормальному увидеть. Ты даже ебало мое видел. Блядь. Я же нормальный, блядь, пацан, ты же видел. Ну. Так что скажи, блядь, честно. Что? Он вязал вообще? Да отъебитесь вы уже от меня. Ну все,